Всем привет! Сегодня расскажу вам, как сделать мощный суперклей из обычных таблеток аспирина. Этот препарат можно купить в любой аптеке. Стоит он очень дешево и доступен каждому. Такой клей без проблем может крепко соединять металл и заделывать разные отверстия в нем. Я его назвал заменитель сварки. Итак, в первую очередь нужно извлечь из стикера необходимое количество таблеток. В моем случае это 6 штук. Теперь их нужно хорошенько растолочь, растереть, чтобы получился порошок. Я для этого использую обычный молоток. Далее пересыпаю его в емкость и добавляю обычный цемент в пропорции 1 часть аспирина и 1,5 части цемента. Примерно, конечно. И хорошенько все перемешиваю. И на всякий случай еще разотру его как следует. Вот, в принципе, и все. Концентрат для клея готов. Для начала попробуем склеить им два отрезка железных водопроводных труб. В качестве связующего вещества я буду использовать клей-контакт, он же суперклей, или по-научному цианакрилатный клей. Беру получившийся порошок и посыпаю им соединение. Капаю суперклей, чтобы произошла фиксация и кристаллизация. Таким образом прохожу по всему шву. В итоге получается крепкое соединение. Теперь проверим его на прочность. Креплю трубу при помощи струбцины к столу и пробую повесить на нее 5-литровую бутылку с водой. Соединение не порвалось, как вы могли заметить. Решил усложнить задачу. Прикрутил саморез в край трубы и повесил еще одну 5-литровую бутылку с водой. Как вы видите, все нормально. Добавил еще одну и был удивлен. Соединение выдержало. Далее решил попробовать забить гвоздь этой склеенной трубой. В итоге и это испытание она выдержала. Пришло время проверить, как этот клей заделывает отверстия в металлической поверхности. Для этого я также буду использовать водопроводную трубу, где заранее просверлил пару отверстий. Принцип тот же. Насыпаем немного порошка и заливаем цианакрилатным клеем. Такие отверстия без проблем могут выдержать давление воды в 2 атмосферы, как минимум. Пробую их просверлить без фанатизма. Как вы заметили, все держится хорошо. И подведя итоги, хочу сказать, что этот клей из аспирина и цемента, конечно, не заменит сварку, но как временное решение может помочь и выручить в трудной ситуации. Берите на заметку. На сегодня все. Пока-пока.